О плюсах коллиматорного прицела сказано много, но вот минусы подобного устройства, особенно в контексте ежедневного ношения, часто не упоминаются. Современный пистолет — устройство крайне надежное, в то время как коллиматорный прицел зависит от батарейки, которая легко может разрядиться. Если прицел установлен штатно, вы будете видеть мушку и целик через стекло, но этот неприятный сюрприз все равно может стоить вам нескольких крайне ценных мгновений. Даже если прицел работает нормально, его нужно включить, а это лишнее движение. В солнечный день прицелы могут бликовать, а стрелять против закатного солнца и вовсе проблематично. При ежедневном ношении протирать прицел приходится регулярно, и все равно нет гарантии, что в критический момент он не будет заляпан. При стрельбе очень легко потерять красную точку из виду. Для эффективного использования коллиматорного прицела нужна будет серьезная тренировка. В то же время, если говорить о самообороне, то зачастую точность, которую призван улучшить коллиматор, едва ли является ключевым фактором из-за короткой дистанции между вами и преступником.